что это за праздник? Раньше был солидарности трудящихся, а сейчас не знаю. Сейчас не знаю. Просто 1 мая. А что вообще значит солидарности трудящимся? Ну, все воедино были. Демонстрации были, митинги. А вы скучаете по тому времени? Иногда да. У меня ассоциация с шашлыками, если честно, с природой. А еще чем? Ну, день труда. Это праздник труда. Это мы знаем, это праздник, когда люди едут на свои дачи, не знаю, облагораживают свои участки, какую-то территорию вокруг подъездов, там, на работе и так далее и тому подобное. Свое рабочее место приводят в порядок. А вы чем будете заниматься? Я буду и отдыхать с друзьями, и буду работать на даче. Мир, труд, май. Что будете делать в эти праздники? Убираться дома. У меня частный дом, поэтому намечается глобальная уборка листвы, все подряд, подготовка к лету. А знаете, чем в советское время занимались в этот праздник? Ну, субботниками в основном. А еще? Ну, различные же были акции с этими плакатами, все, как сказать, санкционированные митинги такие хорошие. Для меня праздник 1 мая – это когда я маленьким просыпался и ждал предчувствия, что я пойду по пустому Ленинскому проспекту с шариком, с флажком красным, на котором написано 1 мая. И это было очень здорово, потому что Ленинский всегда забит, а тут можно было с родителями идти по пустому Ленинскому и даже кричать «Ура!» вот тут вот, когда там призывали к единению трудящихся и так далее. Но вот это вот единение, уважение, любовь, взаимопомощь, когда человек человеку вот готов оказать. Ну и вообще радостно так как-то празднично становится на душе.